Можно фотографировать? А если в Ютубе выложу еще выставку вашу, можно? Пожалуйста. Спасибо. Мне не цель понимать, зачем я выставляю, что заказчики были. Меня хотели купить вот это, и никто уже заходил. Thank you.
и на плече яблоко, и там с той стороны видно змеи. Если обойти с той стороны, там из камней выползает искуситель. Это женский торс. Очень красивый, да? Поэтому хочется. Ну да, да. Так, да, да. Там вот это, конечно, 17. Да, да. Это знаете что? Это давным-давно в 10 классе я прочитал книгу Апулея, называется «Золотой осел». Там вдовушка влюбилась в осла. Ну, одно из приключений, это там парень молодой превратился в осла и бродил по Древней Греции в течение 2 лет, попадал во всякие приключения. И вот одно из приключений было вот такое. Ну, запало в голову. Вот. Оксидон такой, да. Нет, это Агат. С корочкой прямо вот там был, да. Да. Это вот обыграно. Вот обыграно, да. Это называется «Страшная сказка», ну, в кавычках. Такой лесовичок на пеньке стоит, руку одну так держит, другую так пугает. Не ходите, дети, в лес. А почему не ходите? Потому что там фаллос его подбородок подпирает. А здесь называется «Великий хохол». Ну, по той же самой схеме. У него просто хохолок отдельно белого цвета, агат. Это я сохранил. Ну, эротическая серия. Да, да, да. Вот это все примерно. Вот это, кстати, перекликается. Там называется «Танго втроем». Тоже, как бы, вагина и два мужика. А мужики прихорашиваются там турмалинчиком. Один вот как цветочек, а с той стороны, если обойти, второй в бабочку якобы превращается. Ну, то есть выеживаются перед дамой, чтобы ее совратить. Это просто флора, вот это 28-13, это армянский агат. Так, 18, поскольку считается дети цветы жизни, цветы любви, то я назвал это, то есть плоды любви, это я назвал цветы любви. Вот. Вон, там чуть-чуть вот сместимся налево, я покажу вот тут несколько работ. Тут уже нету эротики, тут... Ну вот, вот эта вот вещь, на мой взгляд, самая крутая, это Мария, когда к ней обратился Архангел Гавриил и говорит: «Благословен плод чрева твоего», и в животе уже светится младенец Иисус. Ну, да. Такого агата больше не бывает и не будет никогда. Представляете? Вот у меня моя мысль, вот когда агата была там, Мадонна, всякие там, тоже представления, а тут, тут еще и я обыграл. Да, чуть-чуть. Да. Вот в коронде. Да, вот в коронде вот тут это обезьяна, которая на левое плечо села, на левую руку села белая бабочка, я назвал «Мысль о красоте». Ну, то есть вот не палка, понимаешь, с камнем превратила обезьяну, на мой взгляд, в человека, а красота. Это из махового агата. Вырезал слоника, корку сохранил, назвал «Слоник любит финики». Очень хорошо. Вот 6-я – это кентавр, а 25-я – кентавресса. Думаю, что ему одному скучать-то? Тут просто крабик и так вот немножко волна из яшмы. Это, значит, называется «Последняя охота». Тут лев умирающий и антилопа. У антилопы сломан рог, я предполагаю, что он внутри льва. Поэтому «Последняя охота» для обоих. Там дальше 19, это из яшмы я вырезал голова зебры. Это не Офия кальцита, а именно это яшма. Да, вот Сергей Калиниченко мне подарил этот камушек. Вот. Ну, внизу немножко бронзы. Понятно. Вот, да. Вот по бокам это два толстяка я назвал «И нам летать охота». Ну, понятно. А в середине это вот символ вашего города, мне кажется, должна быть Святая Екатерина. Святая Екатерина. Да. Значит, ну, девушка с веслом, мой вариант. Ну, да. Да, всякие слоники, да. Известная скульптура советского времени. Да. Но она у меня просто с цветочком, поэтому она не такая формальная. Вот эти две, 17 и 18, это «Степной волк» называется и «Русский сфинкс». Это орел? Они нашлись. Они нашлись в этом самом. Где-то в
Казахстане вот такие скульптуры из камня, но я решил их сделать в бронзе. Ну, понятно. Сократить. Тут всякие тоже смешные. Это учитель музыки. Это называется «Два одиночества». У меня просто товарищ в Питере, куда я езжу довольно часто. Вот он с собакой гуляет. И жены уже нет, и собака тоже одна. Вот я назвал «Два одиночества». А это? Нет, не Петр, это Дали у меня. Дали? Да, но они, кстати, оказались похожи. Потому что вот глаза и прическа здесь, да, они... Ну, мне тоже это говорят. Усы только не такие. Я делал, у меня был, есть до сих пор кубик вот такой яшмы пейзажный. Я из него, на этой яшме прямо сразу видно, что пейзажи Дали. Совершенно вот, то есть вот палитра Дали. Я думаю, я вырежу прямо голову Дали. И думаю, сначала я вылепил в пластилине, а лепил, потом думаю, а что останавливаться, надо взять и в бронзе уже готовы сделать. Ну, так, здесь еще не рассказывал вам, да? Значит, ну, вот это вот называется, тут две стихии, морская и огонь. Я назвал меч архангела кабинетный вариант. Ну, потому что когда-то люди письма вскрывали, ножами такими красивыми. Да, 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 да. Вот. Ну вот это вот 14, это Николай Чудотворец. Был агат в коричневой корке, я корочку оставил только на Евангелие. Все остальное убрал. Да, понятно. Да. Вот это вот 10, это называется «Джунгли». Тут 4 персонажа. Горилла, 2 птицы, цветы и ящерица. Но все это надо смотреть по кругу, когда они видны будут. Так, это голова Иоанна Крестителя.